Резкое похолодание, шум летающей техники и снова лорд со своей калиткой. Начало сентября неприятно удивило всех резким похолоданием. Конечно, за 40 градусов жары это не 15. Днем, когда светит солнце, тепло, но к вечеру холодает. И как бы ни было тяжело и жарко этим летом, мороза совсем не хочется. Несмотря на то, что еще на деревьях зеленые листья, чувствуется приближение самых настоящих холодов. Третий день город усиленно обстреливают. Это, видимо, так поздравляют военные силы Украины детей к 1 сентября. Постоянно пролетающие над нашим сельским мини-приютом Людмилы Чернецкой самолеты и вертолеты окончательно довели собак до истерики. Порой хозяйке кажется, что этот кошмар никогда не закончится. Бесконечная проблема с водой. Мы в четвертый раз отремонтировали насос. Насколько его хватит, не знаем. От постоянного грохота лорд рвет вновь отремонтированную калитку. Он больше всех боится шума. Собаки скулят и кто может прячутся в доме. Мы словно во сне и никак не можем проснуться. Эта ужасная война достала всех. Зима в этом году, думаем, будет очень тяжелая. Особенно сложно будет бездомным животным. Покой в природе нарушен окончательно, поэтому хочется, чтобы как можно дольше было тепло. Может, хоть это сможет сохранить многим жизнь. Ну, конечно же, хочется, чтобы настал, наконец, мир и тишина.